Погнали еще Twitch FM посмотрим. Там треки годные в конце. Ой, там я в начале. Даже интересно, что там. Так, сука. Кого убить? Кого побить? Да блин, вообще, блин, эти женщины, я не могу всегда так, блин, через жопу. Не это имел в виду. Мне не нужны пруфы, ребят, вы поймите это уже. Считаю, деньги на столе, где-то тлеет мой косяк, зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Хотя подожди, карандаши вот такие. Жесть! Жесть, это больно, наверное. Оу-оу-оу-оу. Блять, да ёб твою мать, сука, ёбаный рот, да что ж я за петухан, блять, ебучий. Блять. Разлил? Хорошо. Вообще не смывает. Хорошо. Все, кроме тебе хуя. Помочь? А? Помочь? Да, хуй, не смывает. Сейчас я докрашу бровку. Все потекло, а хуй остался. Сейчас я докрашу. Что, слугаться не будет? Ну-ка, не болей, это в жопу дам. Блять, давай. Ты, блядь, что тут дынаешь, нахуй? Пфу, пошел отсюда, блядь. Жесть, просто вообще не почувствовал, парень. Там ответ уже спает. А, хорошо. Так это Kingdom Delivery. Да, я слышал, мам. Не ори. Я не ору. Я и слышу, стрим не ору. Ну, дверь закрой и не слушай. Жиза. О, это я понимаю. Так гораздо более реалистично, блядь. Смотрел ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Слушай, Алиса. Ничего хорошего в отеле... Подожди. Эль Рояль. У каждого свои вкусы и предпочтения? Блядь. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Я не в настроении это обсуждать. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Сука, блять. Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль, блять. Кинопоиск. Еще ответ. Спасибо, блять. Да, в смысле? Он еще и, блядь, без меня мою любимую историю рассказывает. Ну что за, блядь, человек, а? Вы покурим? Ты сюда в кроссовках выперся, блядь, на пол коридора. Я тебе швабру дам, блядь, будешь вокруг своей тёлки, нахуй, мыть пол. Там еще раз говорю, запомните, когда говорят, ты жирный, знаете, как делаете? Говорите, отвечайте этим людям как я вчера учил вас всех. А, это он, мы уже видели. Как? Ты знаешь, почему я такой жирный? Потому что, блядь, после каждого раза, когда я выебал твою мамку, она меня вкусом накормила. Сказка! Пущен! Все, просто нахуй в говнище вот так вот, как ёршик его вот так вот поебашил. Все, сказочка, блядь. Изи нахуй. Уважаем мать. Уважаем. Делаем. Блядь, иди. Блядь! Привет. Понял. Я увидела. Когда фильм, не знаю. Я чекаю, Так, продолжаем. Все, чистый? Все, поднимай голову, да. Поднимай голову, поднимай ветку. Не сильно, но поднимай. Так. Вебку ронишь? Что, как себя чувствуешь? Покажи. Улыбнись, 32 зуба. Класс. Head and shoulders, supreme. Суприм? Да. И в коронную фразу. Какую? Ну какую? Как ты шел ты с коронную фразу? Нанеси вас хит поперхать. О, красава, красава. 0 рублей тебе за это будет заплачено. Нанеси вас хит. За бесплатно у меня. Поперхать. Достаточно. Да, стрим уже идет 2 часа. Доверяю своей тактике. У него тигрёнок классный на фоне. Ты из окей? Мэри Поппинс возвращается. Мэри любит Поппинс. Да.
Капец тайминг. Вот если бы я это кино снимал, наверняка бы... А, это он сам включил у него? И так и называлось, и... Лайня. Скажи, терда, чё вы? Скажи, дай позырить. Ну, зырь. Ну, стань! Прикольненько. А то, ну, у тебя же тут целая кровать для маленького человека. Красивый мальчик. А что за самолеты добавили в ФТ? Не понимаю. Там фристрапа чат. Блядь, сердце, блядь! Пизда! Ну, блядь! Ёб твою мать! Смерть. Шаболда, блядь! Спасибо, Израиль, спасибо. А вы, кстати, если что, Александр, кто-то... А что он прёт? Юзер Семидикс ДС ебашится, я за них рада. Твои на нас. Это нормально? Нет. Ты не уверен? Нет. Все мои деньги мы должны тратить только на меня. Парень, который смог! Парень, который смог! Все мои деньги мы будем тратить на меня! Он, Вань, ради, Лёш, ради тебя Вань, начал саппорта взял. Да не зовут меня Лёша, блядь, меня Доминик я зовут, отъебись от меня, блядь. Бля, пизду твое имя, буду тебя Лёша звать. Сложное какое-то. Не надо, блядь, а то я с тобой дружить не буду, блядь. Я не хочу быть Лёшей. На дуре. Алёша, да ты Алёша. У меня нормальное имя, блядь. Алёша нравится больше. Плюс сейчас имя нормальное, чудо ебался. Ля, какой! У меня большинство тёлок, подруг целовались с... Жиза, каждый день так сижу, слышу такие вещи. А 300? Ну 300 и 300. Отсоси у тракториста. Все знают, что такое 300. Нет, нет, нет! Нет, быстрее, быстрее, уезжай отсюда, уезжай! Что случилось? Игра вылетела? Если я разведку сделаю, то меня территорию не разведает здесь? Куда они идут? Слышь? Иисусе, вы куда? Им голову припекло в пустыне, судя по всему. Слегка Little Bit. Ну, обратно на землю вернитесь, полетели, это в небеса, лестница в небеса, но рано вам еще плачет умирать. Небеса, так сказать. Живите. Постелся чисто, парни. Не, ну вы ёбнутые с бомбой, ну вы ёбнутые на эко-раунде, блядь. Чё за дурачело калаш отдал? Твой друг. Ну вот мой друг, блядь, ебёт, смотри как. Ну, я желаю, чтобы у вас кто-то в семье умер, нахуй, долбанка. Удачи в жизни, так сказать. Здорово, всем привет. Да, это жестко. Это жестко. Такая штука жесткая, конечно. Чё за чел? А вы увидели, да? Блин, ну это жестко, я вылов. Улав Денис, улав... Бля, это жестко. Нет. Да, это сильно, чуваки. Блин, ну прикиньте, типа... Я сначала не поняла. Типа, если парень черный, то что, он сразу баскетболист, ловкость, атлетика, но не может выращивать себе еду? Ну это бан, я считаю, все. Разработчики, да...
А если белый, то сразу умный, типа наука и все, все дела. Ну, все понятно, все понятно. Давай, смотри. Позови его, пока покажи, как тебя Сири называют. На. Сейчас. А ну. Привет, Сири. Привет. Как меня зовут? Вы Артём. Ну, раз уж мы друзья, я могу называть вас Чирик, который сегодня выиграет турнир. У него Дим, я так выбежал. Прямо в точку Сири, блядь. Когда мы только познакомились. Пошел уборщиком на буткин куда-то что-то. Как я уборщик? Я не уборщик там, блядь. Можно три шашлычника. Странный чел. Уже кальяном им делай. Ни разу я не делал кальяны, я сам сижу на кальяне, блядь. Блядь, что я сказал, блядь. Я сам гений. Я говорю, сам сижу на кальяне. Ля какая! Старый костюмчик, кстати. Раньше она была в нем очень доска. А тут уже фокуса нет, поэтому мне придется как-то вот так это демонстрировать. Вот. Дико-дико, молодец. Ролеплей, пацаны. Оу май. Бля. Это жестко. Ой, ужас какой. Как же я устаю после этих флексов, а? Ой, ты тебе прям хорош такую музыку классную вставлять в конце.